С 2003 года тренер-преподаватель Дархан Бекенов занимается тренерской деятельностью. Преподает Дархан Булатович корейский вид единоборств в детско-юношеской спортивной школе номер 3. Сегодня у Сабамнима, так называют тренера ученики, более 70 воспитанников разного возраста. За плечами молодого, но уже довольно опытного тренера не один воспитанный мастер спорта, чемпион страны. В копилке достижений имеется и чемпион мира. В 2008 году на мировом первенстве, да, у нас Бектуров Арман среди юношей, да, стал чемпионом. Привез золотую медаль в сборной Казахстана. Это было в Корее турнир у нас, да, такой международный, очень сильный турнир. Также у нас были достижения, это среди юниоров, девушек. Да, у нас был первый в истории Казахстана бронзовый призер среди девушек на чемпионате мира в Египте. Он был в 2012 году. Также у нас с нашей выпускники наших школ становились неоднократными победителями чемпионатов Республики Казахстан, как среди кадетов, среди юниоров и взрослых. То есть членами национальной сборной являлись участниками чемпионатов Азии, чемпионатов мира, Всемирной универсиады, азиатских игр среди взрослых непосредственно. За этот период мы подготовили более 50 кандидатов в мастера спорта. Очень много массовых разрядов, да, юношеских, спортивных разрядов. Также подготовили 8 мастеров спорта Республики Казахстан и одного мастера спорта международного класса, до сих пор остающегося единственным в Павлодарской области. Достижений у тренера и воспитанников детско-юношеской спортивной школы немало. Многие из ребят-кадетов являются неоднократными призерами областных и республиканских первенств. Некоторые из ребят входят в сборную области, как среди взрослых, так и среди кадетов. Среди них Расул Аблаев, почти 5 лет усердно занимающийся в зале детско-юношеской спортивной школы номер 3 у тренера Дархана Бекенова. Неоднократный участник и призер чемпионатов республики, входящий в состав команды сборной Павлодарской области, на прошедшем чемпионате школы Ким Сонг Су, проведя 4 боя, досрочно завоевал титул чемпиона. Я вот в прошлом году стал третьим призером чемпионата Казахстана в Костанае. Теперь хочу поехать на чемпионат мира. 7 чемпионов, в числе их и Аблаев Расул, да, среди кадетов. В этом году он является членом сборной Павлодарской области по этому возрасту. Сайлыбаева Динара, тоже член области. Они в этом году приняли первый раз, конечно, не совсем удачно на чемпионате РК в городе Усть-Кемен. Все остановились в шаге от медали. Ну, я думаю, на следующий год очень прогрессивные, молодые ребята. В следующем году они будут минимум в призах и войдут в состав национальной сборной Казахстана по кадетам. В следующем году у них предстоит чемпионат мира по этому возрасту. Я думаю, будет все хорошо. В 2000 году на Олимпийских играх в австралийском Сиднее в программу впервые были включены соревнования по тхэквондо. С тех пор ни одна Олимпиада не обходилась без них. У сегодняшних воспитанников Дархана Булатовича большие перспективы. Материальная база школы в принципе соответствует нормативам. Как показал чемпионат страны в Чимкенте, отсутствие в тренировочном процессе современных гаджетов, электронных протекторов, сенсорных шлемов и жилета на результате особо не сказываются. В ближайших планах школы проведение второго открытого турнира по олимпийскому тхэквондо, посвященного памяти спортивного наставника многих выпускников ДЮСШа номер 3 Светланы Королевой, первого завуча спортшколы по учебной части. Состоится памятное первенство в первых числах апреля.